Ростелеком на выставке региона сотрудничества без границ представил самые интересные предложения для своих клиентов. Предприниматели малого и среднего бизнеса Чувашии смогут ознакомиться с информационными продуктами на базе облачных технологий. Сегодня мы не просто обеспечиваем наших корпоративных заказчиков всеми необходимыми услугами связи, но и предлагаем им комплексное решение, позволяющее значительно экономить средства на содержание IT-сегмента, что особенно актуально для стартап-проекта. Сервисно-поисковая платформа «Спутник» на базе единой поисковой технологии развивает социально значимые интернет-сервисы. Проект, представленный на выставке, будет полезен дома и на работе, поможет сэкономить время и деньги. Компания «Ростелеком» также организовала демонстрационную зону услуги «Интерактивное телевидение». Основной плюс нового формата – это возможность управлять просмотром. Например, поставить программу на паузу, вернуться к началу или посмотреть интересный эпизод. К примеру, прямая трансляция первого матча сборной России по футболу на чемпионате мира велась сегодня поздно ночью. И те, кто так и не смог посмотреть футбол в прямом эфире, может это сделать в любое для себя удобное время, перемотав программу передач назад. Еще один приятный сервис от Ростелекома – видеопрокат. Это отличная возможность смотреть лицензионное видео в хорошем качестве, недорого и без рекламы. Достаточно щелкнуть пультом, полуторатысячная видеотека фильмов и сериалов к вашим услугам. Поклонники сериалов могут брать на прокат как отдельные эпизоды, так и целые сезоны в форматах HD и 3D. Для любителей караоке есть коллекция популярных отечественных и зарубежных композиций. Посетители стенда «Ростелеком» смогли убедиться, что возможности интерактивного телевидения безграничны.